В правительстве Омской области очередная отставка, на этот раз ожидаемая. Виктор Назаров уволил своего находящегося под следствием заместителя Станислава Гребенщикова. Информацию подтвердили в правительстве региона и отметили, что чиновник сам написал заявление. А вот адвоката Гребенщикова заявили, что отставка связана не с уголовным делом, а с выходом на пенсию. Напомним, что Следственный комитет подозревает Станислава Гребенщикова в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реставрации здания страхового общества «Саламандра», где должен был разместиться филиал Эрмитажа. Ранее, теперь уже бывший зампред правительства, был допрошен новосибирскими следователями. Дома у него прошел обыск.